Для выполнения данного дизайна нам нужен черный френч. Для этого мы сначала покрываем пластину натуральным цветом. Я использую гель-лак Naomi номер 5. А после этого рисуем черной гель-краской сам френч. Затем белым гель-лаком рисуем геометрические полоски. Просушиваем каждый элемент, чтобы цвета не смешивались. Тонкой кистью делаем разные прорисовки. Дотсом ставим точки. Хорошенько просушиваем и покрываем топом. Вот такой дизайн у нас получился. Если вам понравилось наше видео, ставьте лайк и подписывайтесь на наш YouTube канал. Все материалы, которые мы использовали, вы можете приобрести в магазинах Naomi.